Серию 4 домашних матчей в чемпионате Олимбет ВХЛ Рубин завершил поражением от новокузнецкого «Металлурга» 3-4. За гостей играли 4 победителя Кубка Петрова 2022 года в составе тюменского клуба. Защитник Георгий Бердюков, нападающие Семен Иванов, Юрий Платонов и Вадим Хлопотов. Началось все воодушевляюще. На 5-й минуте хозяева реализовали большинство, забросил Никита Попугаев. Но затем они остановились, а у «Металлурга» начало залетать в ворота абсолютно все. В концовке второго периода Хлопотов поставил хозяев в сложное положение 1-4. Егора Назарова в створе сменил Алексей Щетилин. Дубль Кирилла Кашурникова хозяев не спас. Зато порадовался воспитанник тюменского хоккея Владислав Наумов. Когда приезжаешь домой, позитив, и только это сила энергии придает. Выхожу прям кайфовать. Рубин опустился с первого места в таблице лиги на второе. Лидером чемпионата стал пермский «Молот». 5 декабря тюменцы сыграют в Туле с АКМ.